Здравствуйте, меня зовут Антон, и я администратор 3Ginfo.ru. Сегодня на столе у меня лежит Beeline Pro 2, и мы продолжаем серию видеороликов о разблокировке различных устройств при помощи сайта 3Ginfo.ru и наших партнеров unlocklab.ru. Для разблокировки Beeline Pro 2 нам потребуется код разблокировки, который можно приобрести на площадке plati.ru. Я не буду рассказывать этот процесс, так как он ничем не отличается от остальных. Достаточно перейти на страничку с товаром. Ссылка на товар указана в описании к этому видео или в другом месте, где вы этот видеоролик можете смотреть. Она обычно везде. Нужно выбрать способ оплаты. После оплаты у нас выдастся код разблокировки, который останется ввести в телефон. Для получения кода только необходимо узнать имей. Его можно узнать на коробке, на наклейке под аккумулятором. И самый верный вариант — это по команде звездочка решетка 06 решетка. Как вы видите, достаточно просто зайти в звонилку, получить имей, ввести его в форму после оплаты. И выдастся код. Ну, я его получил заранее. Код имеет приличное количество символов. И после этого нам нужно найти сим-карту чужого оператора. Ну вот у меня на студии оказалась микросим Теле2. После этого выключите телефон, вставите ее и включите его. И при включении телефона код попросит код разблокировки, который вы, соответственно, и приобрели. Но я рекомендую проверять запрос кода перед покупкой, дабы не тратить свое время и деньги впустую. Осталось только ввести и проверить регистрацию в сети. Как вы видите, код принялся. Правда, при съемке я угробил две попытки, но с третьего раза этот длиннющий код ввелся. И сейчас вы видите, что телефон уже зарегистрировался в сети Теле2. И здесь мы можем наблюдать само название сети. Ну и давайте совершим какое-либо действие с сетью, например, проверим баланс. Как мы видим, запрос выполнился успешно. И давайте попробуем совершить голосовой вызов. Как вы видите, телефон успешно разблокирован, а времени это много не заняло. И разблокировка не влияет на гарантию или еще что-либо, так как эта функция заложена производителем, и он все предусмотрел. Ну что ж, надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Смотрите остальные видеоролики по этому телефону, на которой вы сейчас видите аннотации. Будем рады видеть вас в рядах наших клиентов. Ну а с вами был Антон, один из администраторов 3Ginfo.ru, совместно с порталом unlocklab.ru. До скорых встреч!